Приветствую вас, друзья мои! С вами Серега, вы смотрите «Несложную кулинарию». Сегодня я бы хотел вместе с вами приготовить одно отличное грузинское блюдо, которое называется чинахи. Готовить я его буду в казане, должно получиться очень вкусно, поэтому не переключайтесь. Я начинаю приготовление данного блюда с подготовки мяса. Берем 1,5 килограмма баранины и нарезаем ее на порционные кусочки. Переходим к овощам. Берем картофель и нарезаем его на ломтики. Лук режем полукольцами. Ломтиками нарезаем баклажаны. Сливочное масло нарезаем небольшими брусочками. В холодный казан выкладываем картофель, лук. По специям добавляем соль, зиру, кмели-сунели, молотый кориандр. Перемешиваем овощи в казане со специями. Поверх овощей выкладываем баранину. Солим, перчим, следом кладем баклажаны и кусочки сливочного масла. Закрываем казан крышкой и разводим под ним огонь. Оставляем казан на несильном огне на 1 час. Пока казан стоит на огне, у нас с вами есть ровно 1 час, чтобы подготовить томатный соус и также порезать зелень, чем я предлагаю сейчас и заняться. Помидоры необходимо надрезать сверху и залить горячей водой. Через пару минут достаем их из воды и очищаем от кожицы. Очищенные помидоры разрезаем на 4 части. Далее отправляем их в блендер вместе с одной головкой чеснока. В получившийся соус добавляем соль, перец и перемешиваем его. Не забываем подготовить зелень. Потребуется 2 пучка кинзы. Ее необходимо мелко нарезать. Возвращаемся к казану. Добавляем в него томатный соус и зелень. Перемешиваем все содержимое казана и оставляем тушиться еще на 1 час. Все готово, настало время снять пробу. Ну что же, настало время подвести итог. По моему мнению, блюдо получилось просто обалденное. Однозначно ставлю этому рецепту лайк. За 2 часа баранина,
просто идеально протушилась. Она стала мягчайшей, она распадается на волокна. С овощами та же самая история. Плюс это все отлично дополняют специи с чесночком и зеленью. В общем, это реально вкусно. Это обязательно стоит попробовать приготовить у вас дома. Как всегда, по традиции, внизу под этим видео вы сможете найти все граммовки, использованных в данном блюде ингредиентов. Там же, кстати, есть ссылочка на мой инстаграм. Ну, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, не проходите мимо. Ставьте лайки, если вам понравилось данное видео. Если вы хотите помочь в развитии моему каналу, то внизу есть кнопочка «Поделиться». Поделитесь этим видео со своими друзьями. До скорых встреч и приятного всем аппетита!